докладі. Я на прохання комітету буду доповідати російською мовою, так що вибачте за можливі помилки, це не навмисно. Доклад на тему «Место по диагностике и стадированию рака молочной железы». Очень логичное продолжение темы после Евгения Николаевича, очень как бы это уместно. Я представляю центр ПЭТ-диагностики клинической больницы Феофания. Поскольку метод ПЭТ для Украины очень новый, и несмотря на то, что в Европе и в мире используется уже на протяжении десятилетий, для Украины это только практически третий год работы ПЭТ-центров, и все еще у нас только три клиники предлагают такое исследование для проведения в нашей стране. Я специально включил доклад, слайд из моего годового отчета за прошлый год. Пациентки с патологией с раком молочной железы в структуре наших исследуемых пациентов занимают второе место после лимфом. Это немножко не соответствует тому, что той статистике, которая есть в мире среди исследуемых пациентов. Но это можно объяснить, по-моему, только тем, что наши маммологи более осведомлены в возможностях метода, и для них он приносит нужную информацию. Несколько слов о физических принципах. Метод основан на регистрации пары гамма-квантов, возникающих при аннигиляции позитронов с электронами. Позитроны возникают при позитронном бета-распаде радионуклида, входящего в состав радиофармпрепарата. Вот радиофармпрепарат как бы и есть ключевым моментом из-за того, что метод так медленно развивается в нашей стране. Эти гамма-кванты регистрируются детекторами сканера, очень похоже, как и при компьютерной томографии. В чем одно из основных преимуществ этого метода в сравнении с уже известными популярными томографическими другими методами? Это чувствительность. Поскольку при КТ и МРТ, когда мы вводим какое-то рентген-контрастное или МР-контрастное вещество, речь идет о милли- и микромолях, то есть менее 1 миллиграмма чувствительности. А при ПЭТ-исследовании, при использовании радиофармпрепаратов, это в несколько раз меньшее количество нужного препарата. Речь идет о пикомолях. Но есть, конечно, и минусы. Они объясняются чисто физическими причинами. Это пространственное разрешение метода. В сравнении с теми же современными КТ и МР-сканерами, которые дают нам субмиллиметровую точность, ПЭТ-изображение имеет точность не больше, чем 3,5 мм чисто из-за физических причин. А в диагностических сканеров всего тела это в пределах полусантиметра. Само исследование имеет свою специфику для подготовки, поскольку используется препарат на основе глюкозы. Это обязательно есть хотя бы 4 часа до исследования не кушать для пациента. Достаточная гидратация на 5-1 литр воды. Отсутствие физических каких-то упражнений, поскольку радиофармпрепарат имеет тогда свойство накапливаться в мышцах, и эта метка не идет, соответственно, в опухоль. Перед исследованием по протоколу пациент должен в течение 40-60 минут пребывать в отдельной палате в спокойном положении, пока радиофармпрепарат распределится по организму. А для чего же используется позитронно-эмиссионная томография при раке молочной железы? Если брать классические стандартные показания, диагностика, стадирование, рестадирование и оценка эффективности, мы немножко поговорим о всех.
начиная из диагностики рака молочной железы, диагностика и скрининг, также, наверное, как и при МР-маммографии, даже еще в большей мере, не есть заданием ядерной медицины. Невзирая на то, что достаточно точный метод, но ограниченная роль из-за низкой чувствительности в случае мелких образований и в связи с низкой метаболической активностью некоторых подвидов рака груди, таких как лобулярная карцинома. То есть, если образование не верифицированное гистологически, очень большая вероятность получить ложно-негативный результат. Чувствительность может, пространственная чувствительность может возрастать при использовании специальных приборов для сканирования, таких как позитронные эмиссионные маммографы. Это новое оборудование, в Украине его пока нет. На этом слайде изображен один из таких аппаратов. Он позволяет исследовать только молочные железы, и чувствительность в нем, конечно, больше, чем при большом сканировании из-за технологии самого аппарата. Это в сравнении 95 против 89%. Есть еще очень большое количество исследований, которые оценивают чувствительность метода в зависимости от размеров патологического образования. Так, здесь приведен пример исследования, в котором видно по этим показателям, что при объеме, при размере образования меньше 2 сантиметров, чувствительность значительно падает. Таким образом, как я уже сказал, чувствительность около 89% для при стадировании рака молочной железы, специфичность 80%. Выявление Т1А и Т1Б стадий и опухоли менее 1 сантиметра очень низкое, а менее 0,5 сантиметра совсем не определяются в большинстве случаев. ПЭТ менее чувствительна, но более специфична в сравнении с магнитно-резонансной маммографией. На данном слайде представлено корональное MLP изображение ПЭТ пациентки с локально распространенным раком молочной железы, КТ, аксиальные срезы, на которых, ну, можно догадаться, но это только на уровне догадки, где у нас, где у пациентки опухоль. При наложении ПЭТ данных это становится более четко понятно, есть возможность локализировать эту опухоль и также стадировать лимфатические узлы. Другая пациентка на следующем слайде. Тот пример, который показывает, для чего, почему нельзя использовать метод для скрининга диагностики. Пациентка, которая была исследована для рестадирования колоректального рака, женщина 47 лет, на аксиальных ПЭТ-сканах гиперметаболическое образование правой молочной железы. Ну, в результате это выявился абсцесс, хотя картинка на экране очень даже похожа на рак. Таким образом, ПЭТ-КТ для стадирования рака молочной железы, еще раз цифры: при мультифокальном росте опухоли чувствительность 92%, специфичность 90%, стадирование аксиллярных лимфатических узлов чувствительность 61%, специфичность 80%. ПЭТ лучше других методов выявляет вторичное поражение лимфоузлов внутренней мамарной группы, что очень важно для последующего лечения, а также лимфоузлы средостения. Для обнаружения и оценки отдаленных метастазов чувствительность 93, специфичность 86. Так, следующий.
Еще один пример из нашей практики. Пациентка 61 год. Она была у нас дважды на этапе стадирования до операции и контроль после операции. На этих слайдах слева видно образование в левой молочной железе, гиперметаболическое, отсутствие поражения аксиллярных лимфатических узлов. И через 10 месяцев после первого исследования пациентка повторно у нас исследовалась. На снимках видно небольшое накопление радиофармпрепарата в месте операции, но это, поскольку метод не настолько специфичен, в этом конкретном случае это нормальные послеоперационные изменения. А другой пример, пациентка 60 лет, стадирование до операции, было проведен анализ на предмет регионарных и отдаленных метастазов. Как видно, аксиллярные и медиастинальные лимфоузлы не затронуты в этом случае. Следующий пример, 75-го года рождения пациентка, метаболически активное образование правой молочной железы с активной аксиллярной лимфоденопатией. Эта информация очень важна для последующего лечения пациентки. Есть зависимость от уровня стандартного накопления радиофармпрепарата и агрессивности опухоли. Есть множество исследований, которые доказывают, чем выше уровень SUV, тем более агрессивна опухоль. PET для диагностики рецидивов. Это один из лучших методов для того, чтобы отличить локальный рецидив от нормальных послеоперационных изменений. Чувствительность метода для этой задачи 85%, специфичность 76%. При асимптоматическом росте маркеров опухолевых чувствительность увеличивается свыше 90%. В этом случае пациентка после ламприктомии гипердензивное образование на КТ можно видеть, но по КТ его можно трактовать разными способами, как нормальные послеоперационные изменения. ПЭТ дает дополнительную информацию о метаболической активности, о тех процессах, которые там происходят. Еще один клинический пример пациентки после лечения рака левой молочной железы, после мастектомии. На этом примере видно эффективность методов оценки рецидива в рубце. Видно гиперметаболическое образование по ходу рубца и также поражение аксиллярных лимфатических узлов с этой же стороны. Ну, если говорить о преимуществах, то PET, поскольку это исследование всего организма, это такой one-stop-shop, мы можем оценить как локальный рецидив, в этом случае видно по рубце, так и вторичное поражение легких и метастазы в лимфоузлы средостения, вторичное поражение костей, гиперметаболичное образование в костях и забрюшинных лимфатических узлах. И поскольку исследование в основном делается с внутривенным контрастированием, в этом случае в этой пациентке была диагностирована тромбоэмболия легочной артерии, видно ствол справа. Для эффективности химиотерапии ПЭТ один из самых объективных и самых востребованных методов. Об этом уже сегодня упоминалось, особенно то, что касается clinical trials. Это доказанный метод оценки ответа на ЛЮ. Считается, что снижение SUV более чем на 55% отличает группу тех, кто отвечает на химиотерапию, от тех, кто не реагирует на нее, с точностью до 88% уже после первого цикла химиотерапии.
Пациенты с низким накоплением могут все еще иметь микроскопическую резидуальную ткань, но повторное сканирование может повысить точность метода. ПЭТ лучше других методов при оценке прогноза после химиотерапии, но низкая информативность в оценке региональных лимфатических узлов после завершения химиотерапии, то есть большая вероятность ложноотрицательных результатов. ПЭТ доказано есть высокая информативность в оценке прогноза пациентов с костными метастазами. На этом примере я хотел показать исследование пациентки с интервалом буквально каждые 2 месяца на фоне проведения химиотерапии. И как видно с этих изображений, динамика изначально была негативна, и химиотерапия не имела эффекта в лечении. Таким образом, уже регламент я сокращу. ПЭТ, вот в последних NCCN гайдлайнах ПЭТ не стоит как обязательный метод ни в одном из протоколов, но везде есть внизу сноска. Должен использоваться, если другие методы диагностики носят контроверсионный характер и не могут дать ответа на клинический вопрос. Таким образом, для нас остаются задания стадирования, рестадирования и оценки эффективности проведенной терапии. Спасибо за приглашение на эту конференцию. Мы, разные специалисты, по-разному видим одни и те же вещи. Я благодарен за приглашение и возможность поделиться своим взглядом на проблему. И думаю, это будет полезно не только для хирургов, но и для диагностов. Такие вот моменты общения. Спасибо. Thank you very much indeed for this nice overview. I think one of the future possible applications of a PET-CT scan is PET-CT scan in treatment position to prepare radiation therapy in especially locally advanced breast cancer. There it might become a very useful tool. In that case, of course, you have to have a PET-CT with a wide bore and a flat tabletop. But that's the future. We already do that. Yeah. That's very good. Very good. To combine it with radiation therapy. Thank you very much. I suggest that we continue and